центре Красноярска запрещено движение по одной из загруженных улиц. Накануне днем коммунальщики перекрыли улицу Декабристов. Это стало неприятным сюрпризом для многих водителей. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, на участке улицы Декабристов от дома номер 45 до дома 45А ведутся работы по прокладке теплосетей и канализации. Ремонт будет проходить по крайней мере до 10 июня. Соответственно, в ближайшие две недели улица будет закрыта для движения автотранспорта. Водители просят выбирать маршруты для объезда.